И снова соревнования всероссийского уровня проводятся в нашем городе. В спортивном комплексе «Лидер» проходит первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей и девушек 16-17 лет. Популярность бокса в нашем районе трудно переоценить. Спортсменов по-прежнему привлекают сила, быстрота, умение находить выход из любой ситуации и подбирать ключи к каждому сопернику. Немало интерес молодежи к боксу привлекают и престижные соревнования, которые проходят у нас довольно часто. Мастера кожаной перчатки со всей России собрались в спорткомплексе «Лидер», чтобы выявить сильнейших. Заслуженный мастер спорта России Сергей Водопьянов приветствовал участников соревнований и пожелал им новых спортивных успехов. Боксерам хочу пожелать успешных выступлений на данном мероприятии. Ярких боев, самое главное, без травм, пусть победит сильнейший. Будем за вами следить на первенстве России. Соперничество здесь очень серьезное. Бои, которые будут проходить в течение 6 дней, вызывают всеобщий интерес. Ребята борются за победу с напряжением всех сил, сражаются бескомпромиссно. В первенстве принимают участие 3 славянских боксеров. Условия для них и для всех спортсменов созданы отличные. Технический делегат Федерации бокса России Михаил Леонов высоко оценил уровень подготовки соревнований. По условиям соревнования организовано на высоком таком профессиональном уровне. Встреча прошла великолепно. У нас хорошее размещение, хорошее питание и у судей, и у спортсменов. Все здесь проводятся соревнования здесь неоднократно, поэтому здесь все до мелочей все проработано. По результатам соревнований сильнейшие боксеры будут включены в состав сборной Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» для участия в первенстве страны по боксу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».